Я теперь сейчас все по делу. Давай. Ответ пришел, все мне сейчас говорил, все скинул, все переписку с медиасети. Это такая российская компания, которая отстаивает наши интересы российские у американцев. Принципы. Да, принципы. Ну так вот, вот в самой литературе, вот в то, что, на что ссылается, сама литература действительно содержит по законам Америки и России. Там и ссылка на книгу Генри Форда «Мировое еврейство». Ну и что? Сегодня это с 2009 года и 2015 подтверждено в списке экстремистской литературы, занесено в России. 2015-го? А это-то, что я говорил-то, 15 лет назад в университете было. Не было запрещено. Ну, да. А теперь можно что угодно подвести. Я понял, я не об этом суть, что они это говорят, действительно, это там они ссылка, но так как ссылается, вы ссылаетесь уже не на ту книгу, а на свою книгу, которая не запрещена. Ваша-то книга не запрещена, так они, следовательно, в библиотеке Ленина, вы ссылаетесь на открытую. У Путина стоит на полке. В библиотеке это Ленина, дальше на исторической, парламентской, только в Москве в трех библиотеках. Ну, все понятно, я понял, я знаю. Вот, поэтому письмо апелляции подается такое. Я вам сейчас его пришлю, и надо его отправить. Исходя из этого. Так, знаешь, я просто между нами, как говорится, я говорю, вот у них свои принципы. Почему они наши принципы не участвуют? Это не учитывают. Я не могу лгать, как христианин, не могу лукавить. Учитывали бы они мои принципы, они бы никогда даже не подумали, что я имею что-то против евреев. Я могу сказать, если сейчас взять проповедники, все до одного, они столько не говорят, не запрещают ничего не говорить против евреев, а благословлять, как я делаю. 650 остановок во всех странах мира, и везде я это говорю. И ко мне такие претензии иметь, люди после нас, когда придет время, они будут думать, что они делали. Так это не к вам, не к вам. Мы сейчас столкнулись не к вам с претензией, а к материалу, который формально подходит под это. Но так как оно находится в открытых источниках, несправедливо закрыли. Вообще никак. Никак, я еще говорю, никак. Дело в том, что они вроде к экстремистским-то начали, да вы в уме или нет. Ко мне это не то, что не относится, а даже подумать нельзя. Какой бы ни было, даже в церкви, везде я постоянно об этом говорю. Благословение два конца. Первое везде столб. Никогда не проклинай народ Божий евреев. И когда ищут у Гитлера причины его поражения, это перед битвой за Москву, он разделил войска на две части. Я говорю, не это. Главное, он простер руку на народ Божий. Вот где. Господь говорит, прокляну, и Бог проклял его. И ко мне претензии иметь от евреев. Ты посчитай отзывы, которые сейчас я дал. Отзывы-то. Евреи пишут-то мне. И мне всегда помогают еврейские банкиры, и кого только не было. И книги мои все у них на руках. Я не могу не говорить. Это мне вопрос задали студенты. А у меня сидят там и представители президента, говорят, и кого только нету здесь. Это Алтайского края, сказать это, и губернатора, и ФСБ. И никаких претензий никогда не было. Это мои ответы. А я сейчас все, что говорил о них, 176 вопросов на еврейскую тему, я все заблокировал. Я не знаю, чего они от меня хотят. Что слово «еврей» нельзя говорить? Все. Все. Теперь надо зайти, теперь отправить апелляцию. Апелляцию, вот я вам сейчас текст прислал. Зайдите в демонстрацию крана, я вам скажу, куда пройти и что нажать надо. Да, сейчас давайте. Апелляция такая. Видео нет дискриминационных высказываний. Это обзор книги, доступный широкой общественности. Да. Цитаты подкреплены фактами и стихами из Библии. Прошу снять страйк с канала. Все, больше другого ничего отправлять не надо. Ну, у меня все открыто. Тем более, если бы они были здесь, я бы показал другой, который этот ролик там стоит. Я здесь насчитываю евреев, как к ним относиться. На форуме. Меня задолбали уже со всех сторон. Вы кого тут, вы за кого? Вы продались евреям, это на меня. Я между двух жаровней, жарят меня. Я делаю то, что Бог Игнатий говорит. Игнатий Ильич, зайдите на свой канал. Давай. Завел. Так, подожди, это мы шли туда. Сейчас. У вас тут много. Наплодили вы. Так, вот так. Неделю нигде нет. Меня потеряли. Считают, я умер.
Да, знаете, сколько пишут? Очень много людей пишут. Спрашивают, что такое, где, все ли в порядке. Ну, мне главное, это эти, это которые Ютуба, это мы каждый день, все годы за них молимся. И чем больше они мне будут вот этих делать замечания, уничтожить, моя к ним, мое отношение не изменится. Я молился за них и буду молиться. Я сколько лет они мне помогали там быть. Смотрите, Игнат Тихонович, зайдите в то место, где у вас написано предупреждение, где оно было нарисовано. Так я нету нигде. А где я найду его теперь? Ну, оно где-то у вас было нарисовано же? Оно скопировано. А здесь есть где-то? Скопировано там, я могу указать где? Нет, 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 вот это в том... Вам надо в управление вашего канала зайти. Нет, 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 надо на канале, вот именно в управление, менеджер видео. О, ну так и скажи, менеджер. Вот менеджер. Вот она открылась. Так. Мне уже... Так, так, так. Панель управления слева, панель управления. Давай, вот она. Панель управления. Дальше. Так, сейчас. А вот нарушение, действующее предупреждение. Вот нажмите. Да. Так, нажал. Еще дальше, тут ничего и нету. Вот, подать апелляцию. Подать апелляцию, это хорошее дело. Нет, так, ниже, ниже, идите ниже, ниже. Нет, не сюда, надо ниже. Теперь что сделать? Отмена? Да, назад, назад. Отмена? Да, да. Так, а тут еще что-то они не нравятся, подождите. Ну, говорили, если нажать, я нажал. Прежде чем... Прежде чем, так, здесь еще что-то, безопасность детей. На Ютубе запрещено публиковать контент, в котором содержится целым физическое, сексуальное и эмоциональное насилие. Ну-ка. И что здесь было? В событиях дня это было, что ли? Нет, а не было никаких. Ну что, с ума сошли? Вернуться к списку предупреждений, вернитесь к списку. Подать апелляцию, апелляции, подай. Вот сюда. Так. Нет, ниже теперь, ниже, во, вот ниже, вот это. Да. Вот, вот, все. И вот здесь, смотрите, снизу есть поле. Слева? Вот это, да. Да. Вот, вот сюда отправьте, видите, тут всего лишь 300 символов. Да. Вот то, что я вам прислал в скайпе. В скайп зайдите, я вам там прислал. Скайп, вон он, это не трогай все. Скайп, вон он, вижу. Дай-ка. Сообщение. Вон он, сообщение. Скайп, вон где. Так я открыла его. Так. Нет, это сообщение мои от меня, вон, сообщение. Скайп открывай. Ну я в скайп зашел. Нет, нажимайте. Нажимайте. Нет, нет. Нажимайте. Теперь вон. Ну ходи ищи. Ну чат со мной же, чат, вот. Вот это, да? Да, да, да. Вот. Ну, скопировать можно. Вот это скопируйте, да. Ну да, скопируй. Теперь сейчас заводи туда вон W. Ты куда, не туда? Так, все. Так ты туда посылать хочешь, что ли? Вот прочитайте. Читайте. Видео нет дискриминационных высказываний. Это обзор книги, доступной широкой общественности. Цитаты подкреплены фактами и стихами из Библии. Прошу снять страйк с канала. И больше ничего нельзя? Больше все. Тут 300 символов. Тут это, вот этот текст нам прислали из вот этой фирмы, которая снимает страйки. Угу. Она знает, какие надо прислать, чтобы снимали. Отправить, да? То есть они сказали, вот... Подожди, подожди, не торопись. Ну вот Игнат Тихонович. Подожди. Мне, вот сейчас, Игнат Тихонович, прочитайте. Если хотите что-то добавить, видите, там сколько-то еще символов можно добавить. Еще 130. Мне охота, который у меня 7 лет стоит, канал об евреях, на этом же нашем канале, и канал туда сунуть им, чтобы они посмотрели. Не будут смотреть. Не надо это. Это канал учебник. Никакой нужды нету. Им нет. Не будут не они надо, смотреть им это. Ничего не надо. Ну, вот это какой-то разбор-то. Это не разбор, это просто... Ну как нет, они должны знать, что... Там разбора там не будет никакого, это только так и надо присылать. Это присылать, там все, нет этого. Это все, документ, вопрос еще. Документ, документ. Ну, скажите, я сказал нет, а они говорят есть. Ну, еще буду доказывать. Я скажу, еще он с нами спорит. Ничего, они так, как оставят, не докажешь ничего. Нет, ничего не докажешь. Все, но... отправляем. Ну давай, господи. Нет, сейчас Игнат Тихонович это, вот как бы мы даем, вот мы с Гавриилом, с общей знакомой и вот с сетями все вместе все это обсуждали, и вот это они прислали нам именно вот такое отправить.
Но последнее слово за Игнатия Тихоновича остается, а не за нами. Ну, видишь, я бы сделал ссылку, хотя бы рядом прилепить, которая у меня там есть, вот про евреев я говорю, 7 лет назад стоит на моем же канале, так и называется, я один там насчитываю, среди книг сижу. И все абсолютно об них говорю. И там евреи, сколько ссылок этих, комментарии дают. Да благословит его Бог, да другое. Не будут. Видела, смотреть. Нет? Они не будут смотреть. Игнат Тихонович, им, ну, понимаете, обвинение не против вас идет. Против книги. А то, что там есть цитаты из запрещенной книги, вот только в этом. То, что вы хоть можете хоть как к ним относиться, хорошо, плохо, им вообще до этого дела никакого нету. Да. А ваша им есть дело только то, что есть цитата там из этой книги или нет цитаты. Но так как вы цитируете из своей книги, которая не запрещена, вы не должны быть запрещены. Вот и все. Они не то, что не запрещены. 650 библиотек мира имеют. Все города, столичные и районные. Вся Россия имеет. И проверка уже проходила на самом высоком уровне. И профессора там назначены были, и Дворкин. И все сняли обвинения, все. И Киево-Печерская лавра. Мои книги хотели... Вот все мы написали. Можно написать, что это начитка книги «Открытым оком», которая есть в 60-50 городах, в библиотеках в 60-50 городов мира. Вот так вот. Клавиатура. Не знаю даже. Я ничего не знаю. Они меня запугали. Потому что если бы они по мне были, тыкали меня, рубили пальцы, все понятно. Но они лишают фактически миллионы людей духовного хлеба, которому равного нету в интернете. Я вот о чем забочусь. И теперь проверяю себя, как я должен это воспринять и как Бог посмотрит. А остальное-то мне есть или нет. Я свое сказал. А где клавиатура? Давай. Смотрите, мы можем дописать. Это обзор книги, доступной широкой общественности, и данные книги находятся в 650 библиотеках. Ну, пиши. Да. А клавиатура где? Клавиатура внизу закрыта. Ну, все, давайте. Сейчас мы это сделаем. 650 библиотеках мира. Так. И данные книги находятся, да? Находятся, да, в 650 библиотеках мира. В библиотеках мира. 650 могла поставить? А что там точка у тебя стоит? Сейчас. В убери это, точку убери. Так, у вас 600. Так, сейчас надо. Это обзор книги «Доступ широкой общественности». Данная книга находится в 60... Сейчас папа что-то звонит. Алло? В видео нет дискриминационных высказываний. Это мир. Это меня брали в Дании, сразу же посмотрели и сказали, ваши книги будут только в Королевской библиотеке. В Королевской библиотеке сразу. Библиотеке имени Ленина. Цитаты подкреплены. Так, 650 библиотеках мира. Ну все вроде бы. Дискриминация. От меня дискриминация евреям. Воробьи смеяться будут. Отправляем. Ну давай, подожди. Давай сейчас еще пока. Так, это обзор книги «Доступ широкой общественности». Данные книги находятся в 650 библиотеках мира. Да. Цитаты прикреплены фактами и стихами из Библии. Да. Угу. Ну как нет? Об еврейском народе что Христос говорил, что говорит Стефан? Библия синодального перевода, может, нет? И поэтому я оттуда взял и показал. Я другого не могу. Но я-то говорю, что бы о них ни говорили, их проклинать нельзя, только благословлять. Что непонятно-то? Я не могу лгать. Ох, они хорошенькие такие, то другое. Я беру из литературы. Они не слушают и читают. Они... Не, просто сейчас я, знаешь, почему хочу? Написано, это обзор книги, доступной широкой общественности. Обзор, что, начитка это получается обзор? Или в самой начитке обзор той книги, которая Генри Форда? Это обзор книги, доступной широкой общественности. И данная книга. Так, и что? Это обзор... А, ты вот как. Я просто имею в виду, они могут понять, что это данная вот эта книга, которая там цитируется. Да, цитируется, да, книга, это Генри Форда.
Да нет, Генри Форд, это просто... Она книга свободная была. Вот смотри. Протоколы сионских мудрецов, то другое. Здесь у нас в самом большом книжном магазине на прилавках продавали. Книга «Майн кампф» Гитлера была. Я подержал в руках, она мне не нужна. Это они сейчас дурят и дурят дальше. Я когда писал, то они не запрещенные были книги-то. И там нет ничего такого, чтобы дискриминация была. Они говорят так-то, так-то. О русском народе можно говорить. Русский народ, как мы не назовем. Мы пишем, это обзор книги Игната Тихоновича, да? Доступно широко. Не надо это писать. Меня нет, не поминайте нет, даже. Я просто... Ну да, это обзор книги «Доступно широкой общественности». Данная книга. Ну да, это сам ролик, сам вообще обзор книги-то Игнатия Тихоновича уже идут. Ну, обзор. Да, да. Да, и там нету. Ну вот так, мне кажется, и надо оставить. Все. Больше тут нечего добавить. Все, молитесь. У меня дальше, я все до одного объявления, где есть, заблокировал. Все проверяю. Там ни одного слова нет. Что мне с этими роликами делать? Вообще убрать их или что? Или они меня так пасти будут? Нет. Тут же только одна книга, да, Вячеслав? Одна книга, которая запрещена. Какая? Ну, из этих, которые я увидел, да, посмотрел. Получается, книга Форда запрещена. Все остальные книги, которые мы начитываем, они тоже подпадают вот под этот, под эту разблокировку? Нет, нет. А, нет, это да. Это просто, ну я знаю, как у них сработало это. У них в роботе забиты, из этих материалов забиты как бы цитаты. Да. И где-то совпадение цитат происходит, и оно раз, он блокирует. Робот блокирует вот. Вас. Робот. Нет, это не робот. Это люди за мной охотятся, такие как Дудин. Но там они жалобу подают, а эта жалоба проходит и сравнивается, начинается с роботом. Ну, то есть подает сразу в базу, попадает, который, где робот сравнивать начинает. Вот в том-то и дело, что жалобу подают-то люди. Жалоба. А проверяет робот, скорее всего. Люди, и что? Ну все, мне кажется, надо отправлять. Все мы не знаю. Максимально посоветуем. Своей рукой. Подожди. Давайте помолимся сначала. Давайте. Давайте. Господи Боже наш, слава Тебе. Милость Твоя велика, и Слово Твое учит нас об этом. Какие хульные письма посылал Рабсак перед своей кончиной. Прости этим людям, которые злодействуют против Слова Твоего. И они не желают, чтобы истина распространялась, и их помилуй и прости. И благослови тех людей, которые вам позволяют быть на нашем канале в Ютубе. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови нас, Господи. Так, что нажать отправить? Да. А число не надо отправить. Ставить? Число не надо ставить? Нет. Нет, отправить. Нет. Так, я нажимаю? Да. Еще раз проверяй. Все проверено. А меня-то сняли вот это? Давай снимем. Так, еще выше. Нет, нет, все. То нельзя копировать? Ничего тут нету. А это? Ну, я вот это хотел записать. Оно не пройдет никуда? Ну, давайте. Давайте я полностью эту сфотографирую. Скриншот сделайте. Куда ушло? Вот. Принт-скрин. Давайте, вот. Ну, подожди, вот я хотел верхнюю строчку еще снять. Сейчас, подождите. Подождите сейчас. Что-то нажимать. Вот я страшно не люблю вот это, когда начинает торопиться. Вот, полностью. Полностью вся страница. Мне... А там что написано, я же не вижу. Полностью вся страница, которая открыта. Ну, ладно, давайте. Можно вот так вот? Я хотел в эту верхнюю строчку взять, чтобы потом на нее сослать. Все полностью я... Ну, а там не возьмешь ничего. А это я могу копировать. Да верхняя строчка, а Игнатий Тихонович, верхнюю строчку ей вообще ничего не дает. Ну, не нужна. Это просто пояснение. Ну, ладно, делайте так. Так, сейчас мы... А сейчас его выделять-то не надо ее. Копировать. Вот так. Все, сохранится в чате с... Я сейчас сохраню, я знаю, куда надо вот сюда вот зайти. Потом. Давайте, отправляйте, все, с Богом. Так, что, проверь еще раз. Отправлять? Отправляйте. Да, отправляем, отправляйте. Все. Без страха. Меня только интересует не неделя, не две, а то, что 3 месяца они меня будут держать на ножах. Вот это я не могу. Вот это и для этого и отправляется. Они должны в течение 14 дней снять. В течение 14 дней, если... Так, все, отправили. Пройдет. Ух.
Все, отправляем. Все, я отправила. Апелляция отправлена, все. Ага. Все. А теперь давайте посмотрим. Тут еще какая-то... Видите, еще что-то. Это 14 октября 2019 года, нет? Да. Значит, вот 14 надо сейчас найти, я сейчас посмотрю, что там. Что это за новое? Что-то новое. Ну, они гонятся-то. Ну, это уведомление, сейчас, это предупреждение. А, это, наверное, надо просто поставить, что не для детей. Вот что надо. Что, нету уже этого видео? Нету. Оно заблокировано просто и все. Просто его заблокировали. А с чем оно связано? Безопасность детей написано. Да, ну не поставили безопасность детей. Ну так можно все поставить так. Теперь. А оно заблокировано. Уже удалили. И теперь я его не могу, он у меня целый. Я могу снова его поставить и поставить безнаказанность детей? Да, можете. 10.95. Вот. Так, подожди-ка. Вы просто сделайте, что оно не для детей... И все. Да, 10... Ну, я могу его заново поставить? Да, 10.95. Я спрашиваю, не будут они поставят это? Так, 10.95. 1095? Да, 1.095. 1.095 какого? Нет, они не будут, если правильно его поставить. Да. Надо поставить, чтобы оно не для детей и свыше 18 лет. Вот так. Да я могу на каждом ставить это? Да. Это не вред будет, если я буду ставить на всех? Нет, не вред будет. А? Нет, это не вред будет. Там просто, смотрите, там два параметра есть. Для детей и не для детей. Вот надо ставить всегда не для детей. Всегда, 100% случаев. Да. Не для детей. И следующий параметр есть. Выше 18 и до 18. То есть вот они, дети могут смотреть, но только чтобы стояло, что нельзя. Да, да. Дети могут смотреть, да. Ну, мне тогда ставить на все одинаково, чтобы... Да. Я спрашиваю, да. Вячеслав, на каждое могу я ставить эту галочку? На каждых событиях? Можете, конечно. Нужно это делать. Так, это что там, уведомление 14 октября? А как так? Ну, это оно ни на что не повлияло, просто заблокировали это видео и все, оно не вышло. События дня моего, Это знаете почему? Это ввели новое законодательство в Америке. И они предупреждали, они сказали, что теперь каждое видео должно разграничиваться. И типа, кто не разграничит видео, тогда удалится это видео. И вот оно одно, они проверили, но одно из всех не сошлось. Ну ладно тогда. Все? Ну все, наверное. Так, по этому вопросу все вроде, да. Что-то я еще хотел сказать, забыл. Так, ну, что же еще? Я пойду тогда? Так, Аля, подожди, мы сейчас еще лечиться будем. Лечиться. Так, все? Так, сейчас, что-то я... По этому вопросу-то все. Что же я хотел сказать-то? А, вот сейчас я вам отправлю точно данные по поводу вот этой книги-то новой. Ой, вот той книги Генри Форда. Да я не надо, мне не надо, не отправляй даже мне. Это мне случайно она оказалась. Она мне не нужна и смотреть не буду. Если она запрещена, для меня она не существует. Скайп включите. Это скайп? Да. Мне она не нужна совершенно. Зачем она мне? Что доказывать? Я Библию привожу. Я увидел, что он говорит так-то и посчитал, возможно. Это я говорю, не где-то на кафедре стою, в университете. Что-то это, вон я отправил, но... Сейчас. Так ушла наша, нет, депеша-то? Да, наша ушла. Все, это ушло, да. А что сейчас ищешь? Да нет. Все, я уже отправил, больше ничего не ищу. Они мне могут этих предупреждений 140 сделать в один день. Потому что у меня много роликов, а они ко всему привязываются другие, которые люди, это не они. А машина будет меня блокировать, еще я сделать должен. Только молиться. У меня никаких нету заступников, доступа до них нету. Я бы им это доказал, они бы голову опустили, сказали, что мы наделали. Кого обвиняем-то? В этом-то да и дело, что доступа-то нету туда. Но это мне сильно напоминает время, когда придет так, как написано. Так вот оно так и есть, оно таким образом и будет. Будет только все через роботов решаться. Есть это начертание? Все, покупаешь. Нет, и ничего не докажешь. А что доказывать? Да и надо ли вопрос? Я молюсь. И теперь я вот молюсь сегодня. Я последние дни, у меня тут время-то побольше стало, в общей сложности мною просмотрено примерно 150 полновесных роликов про войну.
про войну. Документально. Я смотрю все битвы, которые проводила Красная Армия. И что там было. Я могу с военными спецами разговаривать. Я стою и молюсь. Я целыми днями молюсь. Воюют, а я как будто с ними вместе. Помираю там. Как умирают люди. Что же наделали вы, люди? Без покаяния. О Боге не рассказали. И они там где-то в Карпатских горах. Как они там показаны с пушками, как вот Суворов там в горах, где ужас один. Я с утра до вечера эту неделю смотрел эти фильмы. И у меня внутри все это в пепел превратилось. Я как будто с ними вместе там был. Ну вы хорошие фильмы сбрасывайте, чтобы мы тоже смотрели. А вы сами... Которые особо... Так вы сами посмотрите там документально. Вторая Отечественная война и дальше... Ну, там окончание, штурм, там Карпатские горы, как они шли. И уже война закончилась, уже 13 или 15 мая, а там все еще в Чехословакии не сдаются больше миллиона немецких войск. 1000 самолетов и проще. Зачем сдаваться-то, они думают. Но уже тут уже ломили и ломили, и все. И тогда генерал, который не хотел подписывать, а уже все. Дёнец, которого Гитлер назначил быть канцлером. Уже он подписал, война закончила. Безоговорочная капитуляция. А они не сдаются. И сколько людей-то еще погубили-то? Вот считаешь, я не знаю, я сильно болею, то есть внутренне переживаю за все это. Я вижу, как только сейчас и раз пуля в лоб прямо, и тут же фотографируют. Его уже нету, душа вышла из тела, где-то в Карпатских горах, тело брошенное. Я не могу. И притом это не фильм какой-то, а документально все. Ну, кое-что-то может быть сегодня снято, ну а так война, все документально. Ну ладно, Игнат Тихонович, не буду вам мешать. А то я тут начитываю этот пособие по изучению Евангелия от Марка. Полчаса начитывал и смотрю, пусто, нет ничего. Вот думаю, искушение. Я везде делаю пояснение. Стихи мои, которые есть, и за комментарии. Это все не мое. Я вот стихаю стихи, которые после каждого вопроса, сейчас объединение, и Сергей Павлович начитывает, а я стою рядом и смотрю. До последней строчки не могу признать, что мое. У меня это отнято. Настолько это выше моего разумения, такой словарный запас, что и такой всеохват, это нет. Моя только рука написала это. До конца я не могу признать своим стихотворением. Ну уж написано, подписано, тут уже никак нельзя не согласиться. Вот так. Ладно, Игнат Тихонович, все, спаси Христос. Аллилуйя, спаси Христос за труды. Сестра. Никто нас и не будет слушать-то. С Богом. Все, с Богом. С Богом. Пришла лечить мне глаз.